Да, Тима уезжает. Мам, ну что мне уже собирать? Для начала нужно выкинуть все эти бейблейды. Бажаю вам багато-багато переглядів. Робіть те, що ви робите. Все, дівчулі, пока-пока. Мне еще надо сегодня засняться в лайк. Так, что тут у нас в тренде? Да, Тима уезжает. Ну, он же уже взрослый мальчик. Насовсем? Ну, скорее всего, да. Я поняла. Тима что, уезжает насовсем? А почему я об этом не знала? Надо все выяснить. Ну, что значит тяжело? Ну, он же мальчик, уже взрослый, самостоятельный. Ничего с ним там не случится. Ну, поедет так поедет. Все-таки поедет. Да, ну я же сказала, насовсем. Ну, конечно, да. Мам, а какие мне вещи собирать? Сейчас, Тим, я договорю и пойдем собирать чемодан. Да, все, Тима пришел, ему уже надо ехать. Да, все, да, пока. С собой не бери, хорошо? Все, давай. Ну ладно, сам так сам. Так, вроде из вещей забрал все. Что же еще взять? Мам, я собрал чемодан. Алло? А, да, хорошо, Тим, тогда давай так, иди прощайся с друзьями и уже на выход. Так, Тима все-таки уехал. Навсегда. Да это же бонус! Да нет, бонус плюс! Теперь его комната моя! Просто! Сейчас будем уже через полчаса ехать. Маша,
Сашу я простил, и мы все вместе поехали на турнир по бакуганам, как приглашенные ютуберы. Сразу в Киеве мы встретились с моим другом, влогером Мишаней. И сыграли с ним партийку в Бейблейд. 3, 2, 1, вперед! Ой, сейчас тебе будет пугаться. Затем мы пошли с ним в локацию, там, где должен был проводиться турнир. Встретила менеджер Надя и вручила кофты судейской команды. Спасибо! Мне это очень понравилось, ведь я стал официальным судьей по бакуганам. Думаю, Маше тоже понравилось. Среди приглашенных блогеров был Костик из канала Мини-Кошек и Эдик Фантюб. Пока шла регистрация, ведущий показывал, какие суперпризы получат победители. Мы с ребятами собрались возле Бакуган-арены и решили потренироваться, а заодно больше познакомиться. Судьей между нами был папа Эдика Фантюб. Мы расставили баку соты и погнали! Я говорю, в бой потом пускай. 3, 2, 1, бакуган, в бой! Да! Так, не, ну это уже нет. Это было очень здорово! Тысяча и... Ну это не складывается, у тебя тысяча, тогда уже считается по вот этим, по энергии. А у меня что-то? Ну смотри, у него тысяча, а у тебя... 200. А у тебя 200, то есть он тут побеждает, а ты своего переворачивай. А это вот, да, и пробуешь. Нас сражались девочки Маша с канала Мэри Вита и Алинка с канала Элина Фантюб. Затем нас позвали на сцену и объявили нашу YouTube-команду. Гаразд, дружим, тебе скільки? 86 тисяч подписчиков. 86 тисяч? 3. Почав 3 роки. Я не знав, в якій руці треба вилку тримати в 3 роки, а він вже почав зніматися. Вони всі молодці, друзі. Ми бажаємо вам успіхів. І скільки бажаємо їм в майбутньому переглядів, друзі? 50 тисяч мільйонів. 50 мільйонів, 100 мільйонів, мільярди. Друзі, бажаємо вам багато-багато переглядів. Робіть те, що ви робите. Успіхів вам в ваших починаннях. Вам усього-всього найкращого, так? А в кінці зустрічі менеджер Надя нам подарила суперські машинки з іскусственним інтелектом. Машинки-роботы могут сражаться друг с другом. Даже Маша с увлечением пыталась победить противника. А на следующий день мы встретились с Мишаней и сняли АМВ-видео про Бейблейды. Но это уже совсем другая история. А чтоб ее не пропустить, поставь лайк, подпишись на мой канал, поставь колокольчик и пока-пока!